Ну вот, ребята, едем, 47 секунд успеваем. Короче, нормально, пацаны, сегодня... Не идеально, конечно, но пойдет. О, мужик! Лайкосик показал, пацаны! Вот это красава! На Тойоте! Видать, за самого в молодости Урал был! По-любому! Красавчик! Давай, Уральчик, втягивай в гору! Чуть-чуть осталось, не перегревайся! Все, теперь надо дать подостыть ему! Маленько сбавим газу. Все, ребята, Уральчик что-то захандрил у меня. Уральчик у меня, пацаны, захандрил. Мне мужик посигналил на Тойоте. Точно Урал у него был по молодости, 100%. Все, Уральчик захандрил. Но он работает, смотрите, ровненько, все. Просто тяга начала пропадать прям очень сильно. А так он работает. Надо просто остыть ему. Послушайте, как работает мотоцикл. Из сапуна идет сильный дым. Видим? Сильный дым из сапуна. Левый цилиндр под замену. И поршень под замену. Потому что на левом цилиндре, на поршне, задиры большие. И сам цилиндр овальный. Когда я ставил новые кольца, там прям на просвет было уже видно, то, что цилиндр овальный. Вот. Поэтому вот так вот. Правый цилиндр вообще хороший. Ладно, давайте. Пускай остынет. Подождем минут 5. Сейчас мотик остынет, поедем дальше. В принципе, Урал довольно-таки надежный мотик, скажем так. Кто говорил про ветровик, ребята, смотрите. Он хоть и мягкий, но он, блин, нормально с ним все за столько лет, за столько пробега. Пробег в основном, как говорится, лес, трасса, смешанный вообще пробег. Вот, все нормально. Вот, бензин закипел. Если я буду на этом мотоцикле кататься, если я, ребят, буду на этом мотоцикле кататься, по-другому, ну, по, как говорится, вообще постоянно, я поставлю сюда проставки, где карбюратор, или же еще добавлю по одной прокладке, паранитовый, толстый, вырежу сам, вырублю из паранита. Вот, но такие толстые проставки, наверное, не буду ставить, потому что все-таки как-никак карб маленько должен подогреваться. Вот. Это прям по-любому. Такие толстые по сантиметру, это уже будет борщ. Вот. Ну, может быть, летом, когда жара будет сильная, я их поставлю. Посмотрим, ребят. Все нормально. Техника работает. Скажем так, не идеально, но работает. Вот.